Да пойми ж ты, капитан, я вообще не при делах. Я чист, как слеза ребенка. С какой целью вы взяли сумку гражданки Лемешевой? Да ни с какой целью! Ну и ж баба корячится! Ну, решил помочь ей донести до автобуса. Она же не верблюд все-таки, женщина! Не надо строить из себя джентльмена. Посмотрите на себя со стороны, гражданин Евлашкин. А что мне на себя со стороны смотреть? Я, между прочим, может, честнее любого прокурора. А вы ведь тут статью шьете. Так, давно освободились? Давно. А именно? 2 недели уже. Со вторника 3-я пошла. Справка-то у вас. Да, действительно. Давно. Потерпевшая Лемешева! Проходите. Мне хотелось бы вам задать несколько уточняющих вопросов. А, ну давайте. Что он вам сказал, когда подошел? Постарайтесь вспомнить подробнее. Но он спросил, тяжело мне? А мне, конечно, тяжело. У меня 2 сумки, 1 с салом, 2 с колбасой, обе полные. Я бы чуть руки не оборвала. Меньше-то я не могу взять, потому что даже дорогу не оправдаю. Мне учебники, ну, Ромка в 5-й класс пошел. Ага, понятно. Итак, этот человек подошел и спросил, тяжело ли нести сумку. Ну да, он говорит, тяжело. Я говорю, тяжело. Ну, и он говорит, ну, да я возьму, помогу донести сумки. Я дура взяла, согласилась. Да вот именно, что дура! Помолчите. Что было дальше? Только все по порядку. Ну, дальше он сумки схватил мои и к остановке автобусной. А там людей просто много. Я поотстала, все толкаются. Толпа, а он взял и... Да я же ей помочь хотел. Подстала она. Деревня. А как получилось так, что он оказался с вашей сумкой в автобусе? Да очень просто, капитан. Я уже сколько раз повторял. Ну, если бы я хотел помыть ее сумку с этим салом вонючим, разве я выскочил бы на следующей остановке? А в отдел двери закрыл, я даже глазом моргнуть не успел. Смотрю, она там за окном суетится туда-сюда. А народу-то полно, вокзал все-таки. Вашу версию я уже слышал. Да весь этот колхоз, совхоз, сено, солома! Да ты можешь помолчать! Опять ты? Ну, слава богу, все обошлось, а? А где твои сало и колбаса? Так оптовикам сдала. Оптовикам она сдала. Чего сама-то не торгуешь? Прибыль теряешь? Да домой уж пора. Рейсовый скоро. А сюда зачем приперлась? Тебя выручать. Я еще с днем заявление забрала. Ой, вот дура-то она есть дура. Лишила честного человека казенного ночлега и кормежки. Куда ты теперь? В Парижск. Вилла у меня там. Да и прислуга заждалась. Любовница длинноногая. Романтик. Ой, брат ты гораст. Вот че ты ко мне прицепилась, а? У тебя мужик-то есть? Есть. 5-й класс пошел. А, ну понятно. Мать-одиночка. Тут ты за мной погоню на рейке устроила. Так они сами предложили мне. Они тебе предложат. Воровать надо меньше. Стольник одолжишь? Одолжу. А 2? Ну, одолжу 2. Бог Троицу любит. Да я верну. Когда это ты вернешь-то? А ты мне адресок оставь. У нас в деревне название смешное. Бухалово. Чем же ты занимаешься в этом своем Бухалово? В деревне же с тоски повеситься можно. Так я стихи пишу. Да что ты? Да. Выходит, ты у нас Пушкин в юбке? Выходит.
это обрадуется. Не обрадуется. Почему? Я детдомовский. Сам бы не увлекался, привыкнешь. Да это ж слабый алкоголь. Ой, что рассказывай слабо. И куда ты теперь? Еще не знаю. К другу. А дальше видно будет, посмотрим. Ну, есть до друг далеко, то можешь к нам на ферму. Вчера в штанах в кармане сигарет нашла. Курить начал. Почему ты лазишь по моим карманам? Ты что так с матерью разговариваешь? Почему ты лазила по моим карманам? Штаны хотел постирать, вот и лазила. Ты могла предупредить, что собираешься стирать мои штаны. С какой стати, а? Я уже взрослая, у меня есть свои тайны. Так, это какие у тебя тайны от родной матери? Тайны могут быть всякие разные. Может, я влюбился и веду тайную переписку с кем-то. Может, у меня в кармане лежит любовное письмо. Какое письмо любовное? У тебя вон молоко еще на губах не обсохло. Я влюбчивый. В кого это у нас такой влюбчивый? Ну, может, может, тебя. День добрый. Вот отдохну в Париже. Дай, думаю, загляну в Бухалова. А кто это такой? Ну, и заодно долг пришел отдать. А это сынок Николай. Я тебе рассказывала про него. Он мне в городе сумки помог донести, а потом его с милицией догоняли. Здрасте. А это проценты по кредиту. Долг вы вернули. Даже с процентами. Вы свободны. Суров боец. Переходный возраст. Пахнет. А у вас тут гостинички никакой поблизости нет? Так у нас же не Париж. Да и с фотомоделями не очень-то. Ну, ясно. Ну, ладно. Я пошел. А может, чайку? Ну, на дорожку-то. Дело хорошее. А он мне шею не намылит? А ты сразу испугался, да? Ну, мало ли. Ну, пошли в дом, что ли, а? Пошли. Да, вот уж не думал, что в Бухалово такие говоруны живут. Вы сидели в тюрьме? Сидел. За что? А я уже твоей матери объяснил. За хорошую учебу и примерное поведение. Я не шучу, я серьезно спрашиваю. А я тебе серьезно отвечаю. Мама, этот тип больше не должен здесь оставаться. Вот и поговорили. Ёжик. Тяжело тебе с ним? Да как-то.
По-разному. Слушай, а может, я с ним поговорю один на один? Ну, как мужчина с мужчиной. Это зачем? Тебе вообще лучше уехать. Да некуда мне ехать. Понятно. А ты руками-то хоть что-нибудь умеешь делать? От карточных фокусов до шитья рукавиц. Ударником, правда, никогда не был. Но кое на что сгожусь. У меня соседка одинокая. Я ей недавно солдатик подселила. Можно к ней на первое время? Ну, и спуск, конечно. А там разберешься. То есть, к себе ты меня не-не. Ты чё, как же я тебя к себе? Ты же мне абсолютно чужой человек, что люди подумают? Да чё там люди? Объявишь меня новым мужем? Ты мне чё? Предложение делаешь? Ну, а почему бы и нет? Понятно. Шляп свою дурацкую забирай и шагом марш от Седова! Понял, понял. Была без радости любовь, а разлука будет без печали. Спасибо за чай. Пожалуйста. Ну что там, начальник? Че, вообще никаких вакансий, что ли, нет? Да какие вакансии, товарищ Евлашкин? Дойером пойдешь? Во ништяк. Это что, коровам хвосты крутить, что ли? Сиськи подмывать и бидоны с молоком ворочить. А ничего повеселее, нет? А у меня здесь не цирк. Хотя клоунов и здесь хватает. А вот клоуном я бы с большим удовольствием. А ты откуда Надежду знаешь? Надежду? Какую Надежду? Ну, кончай дурком прикидываться. Это же деревня. Все знают, что ты приехал к Надежде с букетом. А она тебя выставила. Ну, вы даете. Вы, у вас разведка-то работает. Прям не Бухалова, а целая Лубянка. Ну, это же деревня, а не какой-нибудь Париж. Это точно. Силосную башню с Эйфелевой. Только по большой пьянке можно перепутать. Есть и такие умельцы. Ну, жильем я тебя обеспечу. И на том спасибо. Так что там насчет Дойера-то? Больше вакансий нет. Вот зараза. Я согласен! У меня, между прочим, не гостиница. Мне солдата хватает. Ты его глазами-то не ешь. Не пряник. Между прочим, мужчина серьезный. В тюрьме сидел. Ну зачем так? Сразу. Ну, чтобы знала, где край, и не падала. В настоящей тюрьме? Да нет, ну что вы. В игрушечном. Это 15 суток. Ага. Строгого режима. Может, правда, Ахмед пустит. И впрямь у тебя не гостиница. Я подумаю. Пошли. Ну, считай, что ты сегодня продешевила. Тимофей, я передумала. Смотри у меня. Раньше надо было передумывать. Значит так, Ахмед, слышь меня, квартплату получишь дровами.
Привезу тебе телегу дров. Дымоход починим. Он всю войну прошел. Ссылку. Один недостаток. Свинину не ест. Ну, это мы переживем. Худеть будем. Я вон 6 лет на диете сидел. Ты, Петь, главное за гидравликой следи. Вся наша гидравлика комок нервов. Не вся. У меня на танке как часики работало. Нас десантировали на учениях. Сразу в бой. Ага. А ты вон возьми мой трактор. Сбрось самолет, сразу куча металлолома. На армию денег не жалели, а деревню все развалили. Государству без армии нельзя. Армия — это... Это стержень. А без стержня получается не государство, а кусок пластилина. Любой начнет руками лапать и лепить, что ему вздумается. Подковали тебя в армии. Подковали. И пару зубов выбили. Хорошо, что не передние. А не жалеешь, что уговорил тебя у нас поработать? Дальше видно будет. Ну давай, заводись. За мной поехали. Спасибо. Ангелина, ты тварь форменная. Че, не нравится? А нормальные коровы себя так не ведут. Ну ты черт, я тебе сейчас хвост в рот засуну. О, вот так. Хорошо. Получается? Ну, мало-помалу. Они ласку любят. Да что ты. А кто ж ласку-то не любит? Ну, если не будет получаться, Коля, переведу тебя в телятник на откорм. Телятник на откорм? Да. Ну и как это воспринимать? Как повышение? Повышение. Пытаюсь. Это тебе не рукавицы на зоне шить. А я там рукавицы не шил. Неужели балетом занимался? Да и без балета как-то обошлось. Там, Надюх, каждый человек стоит того, что стоит. За что сидел-то? Я ж тебе 1 000 000 раз уже объяснял. За хорошую учебу и примерное поведение. Привет, народ. Здорово-здорово. Надь, имей в виду. Твоя вакансия тебя ждет. Я думаю. 3-й год. А ты надумал? В каком смысле? Работа не пыльная. Зарплата 1500 твоих. Ну, вообще, пачку твою охранять от клёва. Только дело в том, что меня нельзя до меда допускать. Я же медовуху начну гнать. Мужиков спаивать. А если честно, то я бы сам себе даже дырку от бублика охранять не доверил. Когда Тимофей по миру шапкой пойдет, сами ко мне прибежите. Да поздно будет. Ага. Прибежим. Он что, тебя тоже в стража зовет? В жены. Деловой. Чересчур. А скупой? Зимой снега не допросишься. Ну, скупость не глупость. Слушай, Надюх. А может, пойдем вечером на речку? Коля, учись коров доить. Thank you.
Ну-ка, иди сюда. Иди, иди, не бойся. Смелее. Значит, шпионишь? Слежу. А, ну это разница, конечно, большая. Ей отца хватило. Никто и никогда больше не будет над ней издеваться. Я вырос и буду ее защищать. А вы будете жестоки только через мой труп. Усек. Че это у тебя? Опа. Саечка, за испуг. Иди гуляй, следопыт. Да, рогатые. Похоже, нам здесь не рады. Ну сколько стукнулось, не секрет? Не секрет. 18. Ну я серьезно. Мало тебе зубов выбили в армии. Никогда не задавай женщинам такие вопросы. Почему? Так. Народ, прошу тишины. Я вот что хочу сказать. Никогда я не думал, что наша деревня окочурится. Потом думал по-другому. А сейчас даже не знаю. Вот Петька появился. Товарищ Евлашкин несет трудовую вахту на вечерней дойке. Что? Ну? Ух. Так. Здрасте, приехали. Какая сволочь, а? Что ты там возишься? Давай быстрее. Она зацепилась тут. Че зацепилась ты? Рвать уже надо. Да знаю я. Лезешь так. Давай. Помогай, что. Здорово, орлы. Че тащите? Шел бы ты отсюда своей дорогой, мужик. Ребят, вы поймите, я не мент. И сука никогда не был. Сам зону топтал. Воруйте, чего хотите. Но вы же ферму обесточили. Так что давайте вернем провода на место и разойдемся по-хорошему. Иди куда шел. Вы не поняли. Коровам без дойки нельзя. Выби пересохнет. Вы же все стадо загубите. Их тогда только на колбасу можно сдавать. Ну и сдашь. Какие проблемы-то, а? У меня? Никаких. Проблемы будут у вас, а не у меня. Так вот, если так пойдет и дальше, то наша деревня скоро превратится... город-миллионник. Надюха, мальчи, женщина, когда джигиты разговаривают. Правильно, дед. Коля! Да где ж ты это так? Коля. Извини, начальник. Извиняю. Ферма обесточена. Они провода срезали. Как обесточена? Какие же сволочи руководят нашим электричеством? Ему в больницу надо. Коля, Коля, вставай, давай, давай, давай. Да какой трактор на моем козле поедет? А теперь вспомните подробно внешние приметы. Это очень важно. Один был с усами, и у него был горб. Точь в точь, как у Джигарханяна, вместо встречи. Вы меня разыгрываете? Я? Да Господь с вами, милочка, я же жертва, а не свидетель. И у второго был горб. Банда горбатых. Так опиши. А вы не шутите? Да какие шутки? Меня ж чуть не убили. А может быть, были какие-нибудь особые приметы? Какие еще особые приметы?
Куда уж приметнее-то. Два горбатых придурка. Так и пиши. Хорошо, хорошо. Ну, знаете, если для вас горб не особая примета, в таком случае я вообще не понимаю, как вы с преступностью собираетесь бороться. Ты к нему? К нему. Может, зря я с ним так? Конечно, зря. Человек с бандитами в схватку вступился за дойное стадо. А ты с ним даже не разговариваешь. Не пара он тебе. Вспомни отца. Мало ты поревела. Отец пил. А этот сидел. Короче, я против. Но решать тебе. Просят, над корм будем брать? Мне компьютер нужен. Я знаю. Значит, будем? Значит, будем. Сначала сам научишься, потом меня научишь. А ты тупить не будешь? Я буду очень прилежной ученицей. Когда ты вот так накрасишься, тебе очень идет. Надо всегда так делать. Для кого? Для моего трактора? Он меня без губной помады очень даже уважает. С полоборота заводится. Возьми меня с собой. А ты выступать не будешь? Я буду молчать, как рыба об лёд. Очень странно. Он же здесь лежал. К нему даже милиция приходила. Милиция? А че удивляться-то? Тюряжник же. Рома. Он что, в тюрьме сидел? Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа. Вот так. Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа. Эй, есть кто в доме? Эй. А ты кто? А ты кто? Я Коля. А я Федя. А ты что, местный, что ли? Замок поменяла, ключа нет, значит, в район укатила. А ты что тут сидишь? Да я это, кур кормлю. Так, между прочим, ты моих кур кормишь-то. Да? Да. С чего это? Федя, ты ли это? Видишь? Явился, не запылился. Здравствуй, сын. Иди с папой поздоровайся. Ромка, как ты? Коля, а ты это... Какими судьбами? Мы к тебе в больницу, а ты, оказывается, здесь. А, сбежал я. Тоска там. Каша без масла.
А я вот это... А он тут вот чужих наших кур кормит. Вот, гляжу, вроде не местный. Откуда взялся? Из тюрьмы. Ты молчать обещал. Молчу, молчу. А, я чего-то не понял, да? А ты откуда сам взялся? Невесточке 2 года. А, так, это... Завязал я, Надь. Вот все. Трезвый, как стекло. Ну, стекло разбиться может. И что, совсем не тянет? Коля, ты кур покормил? Ну да, вроде. Ну, свободен. Мы тут как-то сами. Гостиничка тебе. Спасибо. Хорошо выглядишь. Ты в дом иди. Дает. Больной, а не лечится. Здорово, боец. Ты в самоволку дунул? Ну, типа того. А чё грустный такой? Думаю. Индюк он тоже думал, да в суп так. Ты куда ехал? На ферму. Ну вот и скатерти дорожка. О, тебя кто лечил? Терапевт? Допустим. Надо психиатру показаться. Или ветлечебницу, чтоб укольчик от бешенства. Смешно. Если хочешь быть здоровым, как советский человек, покупай, не стесняйся, рыбу серебристый хек. Ты сам сочинил? В рыбном отделе плакат висел. Давно, Петь, это было. Тогда еще медицина бесплатная была. И пивко водой разбавляли. Короче, все прошло, как с белых яблонь. Дым. Ладно, Петь, езжай, куда ехал. Ну, расскажи, где пропадал. Да я это, 1,5 года вообще не жил. Ты знаешь, сколько там этих, ну, которые решили завязать? Алкаши сплошные. Ну, Надь, там разные люди. Как же ты решился? Из-за тебя. И поверь, никогда не забуду. Я твои белокрылые зубы. Самые лучшие в мире глаза. Как улыбка мамы, теплые ладони, свежевымытые ступни. Я тебя никогда не брошу. А ты? Голодный? Ладно, пошли в дом, а то... Шурка от любопытства себе шею свернет! Привет, соседка! О, здорово! Надолго? Навсегда. Проездом сына навестить. Мировую-то гулять будем? Завязал я, Шур. Как? Ты что, с ума сошел? А как жить-то теперь будешь, а? Как все нормальные люди. Так нормально и не просыхает. А что, и после работы нельзя, а? Ну, а на праздники и новые, и старые... Нельзя мне, Шур. Я же азартный в этом деле, знаешь. С майских начну и до Нового года заклинит.
Круглый год, короче. А, понятно. Что, даже чайку не попьешь? Ну, а чего же не попью? Чай не водка, как говорится. Ну, пошли в дом тогда. Хватит людей смешить. Эй, ты есть Петька? Он самый. Настя. Лихо стреляешь. В лед? На воде не бью. Дашь пальнуть? С какой стати-то? Ну, я ни разу из ружья не стрелял. А как ты стрелял? В детстве из водного пистолета? Из танка. По движущимся тоже приходилось. Да ладно. Врешь. Нас... самолета сбрасывали с парашютом. Об землю долбанешься, искры из глаз. Сразу по газам и в бой. Ой, а на меня однажды медведь вышел. О. Ну, у меня отец пасеку в делянках держит, а я помогаю сторожить. И что стало с косолапым? Ну, мирно разошлись. Ну, я из ружья-то шмальнула, он на дыбы и рысью в лес. А если б на тебя пошел? Ну... наверное, задрал бы. У меня тогда бекасин только был, а это самая мелкая дробь на рябчиков ходить. С тех пор без пуль не хожу. Ну, дай хотя бы бекасинчиком разок пальнуть. Ну, ладно уж, перебьешься. Ну, что, жалко, что ли? Пока. Пока. Как это ты увольняешься? С каких таких рыжиков ты увольняешься? Я тебя, можно сказать, легализовал. Паспорт, регистрации, всякое прочее трихомудия. Может, тебя в телятник перевести? Ну, на откорм. Да при чем тут телятник? Ну, дело не в телятнике. Ну, а в чем? Во мне. Ну, погоди ты, остынь. Да если бы мне кто-нибудь пару месяцев назад сказал, что я буду работать дойером, я бы того человека послал далеко-далеко. Mm-hmm. Я даже на зоне был электриком, а не на общих работах. Ну, ладно, ладно, ты меня своей тюремной бодягой... не пугай. Пуганный я. Да я не пугаю. Mm. Объясняю. Mm. Нечего мне больше делать здесь. А раньше было чего? А раньше было. Да сплыло. Все ясно. Чуть и ясно-то. Из-за нее? Ну да. Из-за нее. Так бы сразу и сказал. Силком я тебя, конечно, удерживать не могу, не имею права. Жаль. Вроде сработались. Тимофей! А? Славка! Елохов! Тимофей! Коля, познакомься, наш земляк, Слава Елохов, владелец горных рудников, очень приятно. Самолетов, пароходов. Слава. Сколько же мы с тобой не видели? Да лет 12. Ой, Слава. Тимофей. Ну, пойдем, я тебя чайком угощу. Или, может, чего покрепче? Давай. А? Точно. 12 лет, точно. Все с собой. Да ладно, что у тебя там может быть с собой? Соскучился, небось, по деревенской пище? Соскучился. Че, твоя? Моя. Сколько стоит? Это дорого. Славка! Красавица! Что значит работа на свежем воздухе? Ну, привет, восьмиклассница-одноклассница. Да уж давно не восьмиклассница. Ну, хорошо. Наших-то кого из класса видишь? Ну, ладно, ладно. Там разъехались уж. Пойдем ко мне. Ох, Надежда, есть ли у меня Надежда? Сидим. Старуха тебя так накормит. Ну,
надоело? Баллоны резать! Ну, как поживает дойное стадо? Припери уж больно статья нарядная. Надоело чалиться. Кто заплатит за стекло? А вот кто разбил, пускай тот и платит. Правда, малыш? Он резину порезал. Сучара. За сучару ответишь. Продолжайте. Посмотрим, чья возьмет. У него нож в кармане. Тут и оно, что нож в кармане, а не в руке. А у тебя монтажка в руке. Кинь монтажку, Тоха. Держи. Тоха, я жду. Сучара, говоришь? На, сука! На! На. Дай сюда. Смотри, сейчас мы сделаем его конопатом. Из танковой пушки я бы эту физиономию в пыль размазал. Еще бы. Еще бы, наверное, гусеницы подутюжил, да? У тебя что, патроны лишние оказались? Пап, ну вечно ты. Всего 4 патрона сожгли. А ты знаешь, что каждый патрон денег стоит? Я всего один раз. Могу вернуть. Пап, ну, стыдно же. Пошли отсюда. То ли Фридрих, то ли Энгельс, не разберешь. О! Карл Маркс. Карл? Где сбондил? Нигде не сбондил. Там сарай ломали около клуба. Я и взял. Тоха! Обслужи клиента. А ты елся, как кабан. А по репе любой надавать может. Без бороды не заработал бы столько. Пойдем, пойдем. Ну так что, вариваешься в мою кодлу? Да нет. Не получится у меня. Крысятничать не смогу. А в Бухалово больше не появляйтесь. Не советую. Страна советов давно загнулась. Ну, страна, может, и загнулась. А вот люди остались. Ножичка отдай. Удачи. Ой, Шурка. Ты как это, как ее? Ну, как Мерилин, Монро. Да. Покажи.
Нравится, да? Да. Это я в одном журнал подсмотрела. Да. А бант? Ой, это надо правильно завязывать. Видишь? Ну что, обновим? Так. Так. Ну, чем у нас не Швейцария? Да Швейцария у нас. Ой. Там твои урики гоняют, змеи запускают. Видала? Да видала. Эй, поток ветра слабоват. Давай помогу. Давай, а? Я сам. Скучал без меня, а? Скучал? Не очень. Дойер давно тут ошивается? Он к маме клеился, а я отшил. В каком смысле клеился? В самом прямом. Намеки разные делал. А она? Она странная, ты же знаешь. Стихи пишет. Если бы не твои пьянки... Ты правда завязал? Ну, пришлось лечиться. Полтора года жил в общине. С алкашами? Сынок. Сынок, там разные люди встречаются. Попадаются даже писатели. Ромка. Давай помогу, а? А ну-ка. Давай, сынок, беги. Беги, беги! А вот что ни говори. А семья для человека главная. Шур, ты семью-то где видала, а? Семья — это когда с утра до ночи вместе, когда... И в радости, и в горе. Не раз в три года змей запустить. Так ведь и отец он ему. Родная кровь. Ты моего батяню помнишь? Ну. Тоже ведь не подарок был. Всякое бывало. Только бабушка моя частенько говорила моей матери. Всю жизнь одним куском давиться. Шур, я не хочу, понимаешь? Вот куском давиться вообще не хочу. Хочу, чтобы... По кусочку, не торопясь, не спеша, вместе, чтоб только. А не куском давиться. Понимаю. Только, Коля, тебе тоже не пора. И чё это? А кто мне пара-то? Ну, помоги мне перекредитоваться. Иначе я потеряю дойное стадо. Ну, заложи технику. Да, заложено-перезаложено. Слава, мне нужно всего 2 миллиона рублей. Слава, не долларов. Да ты пойми, у меня все очень серьезно. Твои кредиты – это детский лепет. Ну, вложись хоть чем-нибудь, я не знаю, в эту малую родину. Продай яхту. Да я уже продал. Как? Ну, у тебя же огромный холдинг. С рудниками, с самолетами, с теплоходами. Неужели ничего нельзя придумать? Ты же знаешь, три способа обанкротиться. Быстрый. Рулетка? Раз. Приятный. Женщина? Два. Надежный. Сельское хозяйство. Три. Очень смешно. А хочешь, джип подарю? Да ладно тебе. Серьезно? Я его сразу заложу. С этого момента он твой. Делай с ним что хочешь. Слова. Ты человек. Это твое последнее слово? Ну, почему же? Последнее. Я помирать пока не собираюсь. Ромку еще на ноги поставить надо. Внуков хочу дождаться, а если повезет, то, может быть, и правнуков. Говорят, кто правнуков дождется, тому прямая дорога в рай. Ты чего, в рай собралась?
А мне ада и здесь. На земле с тобой хватило. Надь, ну. Ну, завязал я, Надь. Неужели нельзя простить? Бог простит. Не простишь, пропаду. Как прикажешь понимать? Угощайся. Ты что предлагаешь выпить? Отвальную? Угу. Предлагаю. Что-то я не понимаю. Неужели нашла кого? Ну а чё ж сразу не сказала? Сразу как-то не получилось. Кто таков? Неужели Дойер? Надь, я ему ноги быстро переломаю. Не переломаешь. Уехал он. Да жалко твое дойное стадо. Но с точки зрения бизнеса, все твое хозяйство – это пши. Но. Знаешь, чего нам не хватает? Ума. Да, ума. Солнца нам не хватает, Тимофей. Как? Вот ты сколько не бейся, а убыточным ты будешь, по определению. Ну, ладно, ладно. Бразильская говядина. Целый год на выпасе, а у тебя? Полгода – стойловый период. Ну? Да просто нас угораздило родиться в зоне рискового земледелия. Вот философов много, а коров доить некому. Вот если я буду полным банкротом, у тебя появится хороший дояр. Сбежишь через месяц. Не сбегу. Сбежишь. Был тут бы тебе один супчик. Сбежал. Местный? Залетный. Срок мотал. 6 лет. Салют. Привет, начальник. Это как понимать? Ну, так и понимай. С вечерней лошади. К вечерней дойке. Ну, типа того. Ну и бог с ним, Надь. Я прощу тебе это. Ну, мимолетное влечение. Неужели? Правда прощу. И больше никогда не вспомню. Спала с ним? Алло. А Ромка как?
ты о сыне подумала? Начинается. Ты же обещал простить. Угонять собрался? Чтобы ездить на такой машине, нужно хорошо учиться и много работать. Нравится? Трактор лучше. По любой грязи проедет. Тут ты прав. Но это и тоже проходимость. Будь здоров. Все колеса ведущие. Как отец-то? Плохо. Что, снова развязал? Не получается у них с мамкой. Ругаются? Хуже. Молчат. Лучше бы ругались. Да, брат. Раньше была пословица. Женись за день до смерти и наживешься. Мотай на ус. Мотаю. Жаль все-таки, что уехал. Я бы ему точно ноги переломал. Входить не заперто! Легок на помине. День добрый. Не помешаю? Проходи, Николай. Сначала чужих кур пристроился кормить. Теперь вот с букетом при живом-то муже. Ловкий у Тимофея Дойер. При бывшем муже. Как бывшем? Развода вроде не было. Ну, было хуже развода. В мирное время. Пропал. На 2 с лишним года. А ты бы в розыск подавала. Я подавала. Ты же даже без паспорта сгинул. Слушай, может, пойдем на улицу выйдем? Зачем? А поговорим? Напугал ежай ежихой. Ну, пойдем поговорим. Так, вы что, драться собрались? Я никому никуда не пущу. Все. Давайте оба руки мойте и за стол. Надь, ой, у тебя волнушек нет? Соли нет? Думала волнушки солить, а соли пару щепоток. Я завтра куплю, отдам. Сейчас, в чулане. Погода все стоит и стоит. А по телевизору доллар все скачет и скачет. А что тебе доллар? Пусть американцы волнуются. Да как же не волноваться, когда у них там все это началось. Даже до нашего Бухалова докатилось. Вон Тимофей весь зеленый, как огурец, бегает, деньги рыщет, чтобы кредит отдать. А нечего было брать. Как же без кредита-то? Ты что? Это же посевную надо провести. А солярка, а элитная Шур, семья? Ты давно такая умная стала, а? Но когда своего похоронил-то, все своим умом приходится доходить. Он, конечно, хоть и пил, не просыхая, но все-таки соображал иногда. Да, соображали мы с ним конкретно. Жаль Ваньку. Руки росли оттуда вот, откуда надо. Коля, ты на ферму вернулся? Ну да. Если провода опять не сбондят. А ты попроси Тимофея берданку купить, а провода охранять. Обязательно. Берданку на плечо и в партизаны. Он у нас по чужой курятинке специалист. Ой, Надь, ну куда мне столько-то, а? Бери, бери, с Абрамовичем поделишься. А ему-то зачем? Деньги солить, Шур. Солить, да? Нам бы какого-нибудь завалящего олигарха в деревню. Может, и зажили бы тогда. Ну, знаешь, с олигархами дурак заживет, знаешь. А я историю про одного олигарха слышала. Так он драгоценных яиц накупил. Шура! Ну что? Шла бы ты домой же, а? Ну, я пошла.
Чего молчите, как рыбы? Я помешал, что ли? Да нет, что, сынок, ну, конечно, не помешал. Давай, ты руки с мылом мой и к столу обедать. А ты? А мы уже перекусили с папой. А я на диете. Давно на диете? Да минут 15 уже, как тебя увидел. Но аппетит я тебе испорчу надолго, не сомневайся. Так, знаете что, давайте действительно на улицу. Мне еще Ромку кормить надо. Ну, пойдем, дорогой. Молодец. К соседке муж вернулся, а следом Коля и снова с букетом. Так это ж любовь. Везет Надежде. Они к реке пошли. Наверняка драться будут. Как это драться? Наверняка. Ну и что смотришь, беги. Что делать-то будем? Хочу ноги тебе переломать, чтоб дорогу сюда забыл. Будет тебе курятина, ножки Буша. А если она меня выберет? Не выберет. Ребенок мой. Ты думал об этом? Думал. Вот и катись, колбаска. Мне терять нечего, я биться буду до потери пульса. Она моя жена. Понимаю. Сыну скажи. Спасибо. Ты чё, солдат? А он где? Кто он? Надькин муж. Ты его убил или просто покалечил? Да нет, это скорее он меня покалечил, чем я его. Молоток-то тебе зачем? Да я думал, разнимать придется. Да нет, разнимать не придется. В Ромке все дело. А так, глядишь, пришлось бы разнимать. Странно все как-то. Чужие мы стали. Спим врозь. А я же пить бросил. Может, дело в чем-то другом? Но не в чем-то, а в ком-то. Может быть. Решила сменить шило на мыло? Тебе не смешно? То есть ты шила, а он мыло, да? Действительно смешно. Ха-ха. А тебе не кажется, что, ну, ты просто придумала его вот своим женским мозгом? А на самом деле он просто
Обыкновенный уголовник, Надь. Да дело не в нем, а во мне. Я очень долго терпела. И когда в синяках неделями ходила, и пьяно у тебя по лужам таскала, и когда ты мне в живот ногой, а я беременная, на 7-м, между прочим, месяце. Ну, Надь. Ты знаешь, когда от живого дерева ветку отломишь, обратно не приставишь. А если приставишь, все равно не приживется, засохнет. Никакой Мичурин не поможет. Вот так. Так и нас с тобой. Ну, а Ромка? А что Ромка-то? Ха, вспомнил. Ты себя помнишь? Как ты его чуть в речке не утопил? Не, не помнишь? Он так орал с испугу. Чё-то не припомню. Ну, конечно, ты не припомнишь. Ты же стельку пьяный был. Не припомнит он. Ну, а писать-то письма я могу ему, Надь? Да, конечно, пиши. Ты же отец. Шутка юмора. Да. Шутка юмора. Да. Да. Берданку Тимофей так и зажал? Шур, какая берданка? Я ж судимый. Не надоело у Ахмета столоваться? Это что, намек? Никакого намека. Я прямо говорю. Давай съедемся. Петьку к Ахмету. Будем жить, как муж с женой. Не смогу. Я же все равно буду постоянно через забор заглядывать. Забор высокий сделаем. Сплошной. Не получится. Спасибо тебе. За что? За предложение. А знаешь, я в детстве мечтал стать капитаном ледокола. Стоять на капитанском мостике с биноклем.
не получилось. А чего хорошего-то? Лед кругом. На палубе не разгуляешься. А у нас тут благодать. Любовь на сене. Выйдешь за околицу, а? Наркоманы колются. Почему она? Почему она, а не я? Как ты туда залез-то, черт тебя дери? Змей зацепился. Помогите, пожалуйста. Держись крепче. Сейчас что-нибудь придумаем. Руки не держат. Сейчас упаду. Ты держись, я мигом. Ну че, живой? Парашютист. Дядь Коль, вы только маме не говорите. Сейчас она тебя задаст. Вон бежит. Рома! Ты цел? Ты цел? Тебя спрашиваю. Да целый он, целый. Шагом марш отсюда домой, будешь у меня месяц на... Дом сидеть, давай. Извини, я больше не буду. Слезай, я тебе сказала! Сам-то цел? Ага. Только ушибся маленько. Я не знала, что ты на тракторе умеешь. А я до тюрьмы во Владимире на тракторном работал. Времена тяжелые были, зарплату не давали. И мы с мужиками решили медь воровать. Сбывали прибалтом. Ну и в итоге хищение в особо крупных размерах, группы лиц по предварительному сговору и так далее, так далее, так далее. После этого трактора ненавижу. Спасибо тебе. Да не за что. Надь, ну, я пошел. Паспорт взял?
Забыл. Мам, можно я только до остановки? Можно. А велик можно? Можно. Вот, взял. Ты пиши ему, сын, все-таки. Чтобы я этого бездомного солдатика в своем доме не видел. Ну какая учеба, если у тебя одна гулянка в голове? Да, я вдовец, но в деды пока не собираюсь. Ну, пап, ну что ты говоришь-то такое, пап? И не упрекай меня в жадности. Привет. Привет. Я все слышал. Может, пойдем на речку? Да нет, я сегодня уезжаю. Начало учебного года. А на кого ты учишься в медучилище? На акушерку. Но я буду приезжать. А я тебя буду встречать на остановке. С цветами? С цветами. Здорово, да? Месяц ареста, круто. Как угораздило? Ветер научился ловить. Змей зацепился за балку. Молодец. Я буду писать тебе письма. Прости, если не получится. И мамку береги. Помнишь, налиму старой мельницы?
Напугала ты меня тогда. А зачем было из-за кустов подглядывать? Так интересно было. Вы же, Шурка, абсолютно голая. Ой, так и знала, что ты станешь настоящим бабником. Ты в бизнес пошел, чтобы кучу денег иметь. И менять женщин, как перчатки. В десятку. Жену свою хоть любишь? Все тебе расскажи. Слав, скажи, а как от жизни, когда денег много? Да проблема, Сутрадонович. И больше ничего. Даже во сне. Страшно? Иногда, иногда вдруг. Детство приснится. А не проще вот так вот рыбу ловить, да жить в свое удовольствие? Так я ловлю. У меня два консервных завода и целая флотилия сейнеров. Слав, подсачник! Ух ты, молодец какая! Так. Вниз свинтила. А я в этом году решил обязательно на целый месяц сюда. Наверное, по природе я однолюб. Намекаешь на школьные танцы? Что-то вроде того. Тебя бы одеть. Я одета и обута. А я загадал желание. По щучьему велению? Что-то вроде того. Поехали в город. А ты угостишь меня мороженым? Обязательно. И жвачкой. Обалдеть. А сколько это стоит все? Дорого. Расчет натура. Слав, ты же знаешь, я девушка честная, телом не торгую, как и душой. Ну, скажи, сколько стоит? Да нисколько. Копейки. Ну, покажи чек. А я выбросил. Куда? На выходе, в урну. Надь, Надь, ну прекрати. Ну, вот он, чек. Значит, не выбросил? Ну, я же бизнесмен. Деньги любят счет и тишину. Нет. Ну покажи, а то поссоримся. Ну. Понятно. Спасибо тебе большое. Да, до пенсии я с тобой точно буду расплачиваться. Ой. Ну ничего, поросят на откорм еще возьму. Книжку стихов выпущу. Угу. Да, спасибо. Куда я раньше смотрел? На Элеонору свою смотрел и пылинки с нее сдувал. Разве не так? Да пыли было слишком много. Плюс бриллиантовая крошка. Спроси меня, сколько времени? Сколько время? 6 часов. Ух ты! А ты мне мороженое еще обещал. Ну тогда ты со мной точно не расплатишься. Прошу. Thank you.
Есть кто живой? Здорово. А мать дома? Нет. А ты что, под арестом? Извинялся. Бесполезно. Понятно. Бывает. Как ты 6 лет отсидел? Ну, брат, это очень долгая история. Прошу. Ну как я вам? Тебя надо по телевизору показывать. Будь здоров. Слушаю. 6%? А на лондонской? Держи пакет, Гока. Что-то случилось? Да наметился устойчивый тренд несколько дней подряд. Я боялся, что случится margin call. Здравствуй, дорогая. Да вот стою на краю поля, любуюсь раздольем. Все вокруг знакомо, все вокруг мое. Да, Элеонора, есть приятная новость. Ты что, долго ждал? Букет возьми. Я только что узнал, что мы снова богаты. Да. Жизнь налаживается. А у тебя особенно. Нет. Не все деньги. Извини, я и деревне родной помочь тоже должен. Что? Ну при чем здесь Кащенко? Трубку повесила. Стоять! Тебе что, жить надоело? Или крыша поехала? Давай, гони ключи обратно. Мне в Москву срочно надо. А я уже в банке договорился. Трепло ты, Славка? Дарю. Да я у тебя все стадо куплю. В долю возьмешь? Ты что-нибудь понимаешь? Нет. Но богатых свои причуды. И они тоже плачут. Ну да, крокодилями слезами. Насчет стада не пошутил? В партнера берешь? Иначе передумаю. Здрасте. 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 Здравствуйте. Здрасте. Коль, может, все-таки в телятник на откорм? Да что ты заладил-то, как на похоронах? Подумаешь, приехал, уехал, тоже мне. Попрощаться-то хоть зашел? Ну, тебя-то это каким боком? А таким. Нужен ты ей. Да нет, Тимофей. Ей другой нужен. Ладно. Спасибо тебе. Да не за что. И счастливо. Будь здоров. Будь здоров.
О! А вот и она. Извини. Чертяка. Чё ж ты? Даже попрощаться не зашел. Прости, так получилось. И куда ты теперь? Опять в Париж потянула. Ты это из-за Ромки? Так он же маленький еще, ничего в людях не понимает. А Славка и Лох, он вообще ни при чем. Чего? Чего?